Друзья, всем привет! На связи с вами команда iTuber, меня зовут Игорь Порох, и мы с вами начинаем новый блок видео, где будем разбирать торговые идеи. Будем брать монету, смотреть, как мы ее начали торговать, выставили какие уровни и как в дальнейшем будет развиваться торги по данной монете. Сегодня на повестке дня у нас монета Zcash, капитализация у нее 572 миллиона, активная монета начала в последнее время торговать. Мы ее заметили на самом деле еще 18 августа, был новостной фон просто отличнейший о том, что будут ее майнить, добывать, очень все у нее будет красиво и великолепно. Я еще обратил внимание по техническому анализу, то что произошел нисходящий тренд, такой вот треугольник закрутили, да. Я посмотрел, что поддержка здесь, вот как раз таки она у поддержки, давят здесь на нее покупцы, покупатели, продавцы, и подходит к этому интересному уровню, уровню 220 долларов. И я начал формировать такую вот интересную идею торговую, что если пробьет треугольник нисходящий по цене 220 долларов, первый тейк-профит у меня будет по цене 280 долларов, я выйду 25% своей позиции. После первого тейк-профита стоп-лосс, здесь видите, у меня было два стоп-лосса. После тейк-профита первого стопы объединяются в одно и переставляются либо же к цене 200 долларов, либо к цене 220 долларов. Я люблю на самом деле выйти в безубыток, если вдруг после первого тейк-профита цена будет возвращаться. Мне легче выйти в безубыток, подождать того момента, пока цена где-нибудь устаканится, и потом зайти еще раз в эту позицию, если в этом будет действительно смысл. Как правило, может откатить цена еще больше, чуть ниже, а потом возобновить движение и пойти дальше к своим хаям. Но пересиживать свой убыток после взятого тейк-профита я не вижу большого смысла. Второй тейк-профит стоит по цене 320 долларов и третий по цене 400 долларов. Четвертого тейк-профита, как видите, я не ставил, потому что я предполагаю, что у Zcash до конца года здесь будет очень все сладко, поскольку новостной фон действительно очень сильный. Итак, начнем просмотр нашей позиции, как она реализовывается. Здесь мы видим 19 августа была за паблик, я сделал паблик этой идеи. То есть на TradingView есть такое интересное такое свойство. Ты делаешь паблик иди, нажимаешь паблик, выкладывается в общий доступ, и человек уже через какое-то время может нажать кнопочку play и увидеть, как реализовалась твоя идея. В данной ситуации видим, пробился треугольник вверх, закрутилось, все завертелось, цена достигла уровня 280 долларов. Потом образовалась такая красная свеча, формируется третья свеча молот. Я предполагаю, что 29 августа будет такой вот зеленой свечой, возможно, даже мы достанем до цены 320 долларов. Будем наблюдать за этой монетой. В принципе, очень сегодня перспективно. Стопы я уже передвинул в безубыток, то есть я буду выходить по 220 долларов, если вдруг цена будет возвращаться ниже, и потом зайду еще раз, если вдруг мне монета даст такую возможность. Напоминаю, 2-3 августа у нас, извините, пожалуйста, 2-3 сентября у нас будет проходить 4-й поток обучения, там будет гораздо больше интересной информации по поводу поиска монет, входы, точки, выходы, стопы, тейк-профит, домашнее задание, разбор монет. Это все будет вас ждать на это мероприятие. Записываться можете также по ссылочке в этом видео. Если есть какие-то у вас предложения, замечания, комментарии, будем рады смотреть, читать. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на наш канал. И интересует ваше мнение по поводу нового направления данного блока видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.